Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать вам ритуал, который очищает магическое воздействие, когда делают вредоносные ритуалы и читают молитвы наоборот для того, чтобы вам навредить. Потому что у меня магический эзотерический канал, у меня такая тематика, у меня всегда есть ритуалы, которые помогают очистить магические воздействия. И многие из вас мне пишут, что вам вредят маги, колдуны разными магическими ритуалами. Есть одна методика, когда молитвы читают с конца, в обратном направлении. То есть не сначала, а с конца. Есть тоже такая. Я просто хочу, очень часто применяю такую методику. Люди, которые хотят вам навредить, то есть магии, конечно, это вредоносная магия. Или хотят, чтобы у вас события остановились, и вы не развивались, а шли в обратную сторону. То есть даже если вам пожелания такие сделают, да, или кто-то пожелает, чтобы вы не молодели, а старели, например, очень резко. Понятно, что у нас в жизни разные процессы, и мы взрослеем. Но есть очень быстро приходит старость. Такое дряхлость, старость, такое состояние. Поэтому тоже как будто бы часы завели в другую сторону, да, в обратном направлении. Ну, как могла, так объяснила, конечно. Я хочу просто сейчас вот сжигать этот негатив, когда молитвы читают с конца. Вредят, вредят. Вы просто смотрите, чистимся. Ну, это часто используется такая методика. Применяется, чтобы поэтому навредить. Поэтому я всегда говорю, мы должны открывать себе. У меня на канале открываем дороги на разные события в нашей жизни, да, поэтому, когда вас затормозили очень часто, и вы просто стоите, топчетесь на месте. Или перепутали события в вашей жизни, чтобы у вас был хаос в жизни тоже. Вы как спутанные есть, кто-то смотрит меня. Мысли путаются у вас, да, в голове? То есть вы не видите выхода. Все запутано, перепутано. Это не одна молитва была прочитана с конца задом наперед, скажем так, да? Не одна, тут были многие действия сделаны, не ко всем относятся, друзья. Кто-то даже не подозревает, что на вас это таким образом воздействовали. Очень часто вы ко мне приходите, когда на консультации, или вы пишете в комментариях, и вы пишете целый список того, что вам уже сделали. Друзья, ну у вас может быть совершенно другое, просто вам тот список озвучили, например, там гадалки, тарологи, да, и вы думаете, что это у вас, а принцип совершенно другой. Проблема совершенно другая, поэтому на консультации мы разбираем лично ваши проблемы.
и лично ваши, почему у вас вашу историю. Чтобы вы не думали, что я тут всем делаю всякие магические, всякие эзотерические помощи, чистки. Это все общее. Ну, вы получите свою порцию положительного результата, положительной энергии. Но очень часто уже то, что вам сказали, уже просто такой груз у вас лежит, и вы уже другого ничего не знаете. Вы приходите, мне пишете, рассказываете весь список всех разных магических воздействий, которые вы услышали. Где-то прочитали, услышали. Друзья, может быть, к вам это даже не относится. Так, я сейчас сжигаю магическое воздействие, которое сделали не единожды, а много раз. Но часто применяемое, конечно. Даже в храмах колдуны, колдуньи, колдуны читают тоже молитвы задом наперед. Молитвы могут быть на разных языках. Друзья, это не только те, которые вы знаете. Молитвы, вы же разные языки-то у вас разные, да? Религии разные, вероисповедания. Вот тоже тексты-то разные на разных языках. Поэтому вы смотрите, а я делаю вот такое, провожу вот такой ритуал. Хорошо, да? Дышится даже уже хорошо. Хочется вздохнуть полной, вдохнуть полной грудью. Легче становится, да? Накрутили, нашаманили, наколдовали, наплели что-то там.
тут книги разные, я смотрю, на столе у этих колдунов, колдушек, у мастеров лежат разные, разные. Чего там только не присутствует на столах. Лампады разные, помещения. И ниже уровня земли тоже помещения. В земле какие-то подвальные помещения, и не только, друзья. Тяжелый ритуал. У кого-то, у многих из вас работоспособность улучшается после моих ритуалов, да, друзья? Ну, конечно же. Я же вам даю энергию, да? Я вам даю силы, силу, чтобы вы чувствовали в себе силу. Потому что разные такие блокировки, магические ритуалы, разные в вашу сторону, негативные, как руки вам завязывают, да? Глаза завязывают, руки завязывают, ну, тормозят вас, силы уходят, да? В моих ритуалах вы получаете усиление вашей энергетики во время всех моих чисток. Ну, конечно же, вы проживаете свою жизнь. Я всегда вам об этом говорю, друзья. Я только помогаю. Тяжелый ритуал можете просмотреть 2 раза. Можете кому сколько нужно. Можете 1 раз и другие мои ритуалы посмотреть. Тяжелая тема. Применялось очень много разных методик негативных. То, что я сейчас чистила. Поэтому просматривайте много раз. Количество раз я не говорю, сколько нужно смотреть раз мои ритуалы. Вы разные. К Луне мы не привязываемся. Чиститься можно всегда, друзья. Во всех моих ритуалах работает энергия. Я работаю с верхним миром. Очень многими из вас блокируют речь, чтобы вы просто молчали, не высказывали свое мнение, а переваривали все в себе, варили сами в себе, пережигали себя изнутри. Ритуал на эту тему перегорания изнутри у меня есть, это как дополнение. Смотрите, и все мои ритуалы в комплексе нужно смотреть, если вы хотите изменений в вашей жизни. Я помогаю пострадавшим, высшие силы помогают вам через меня.
Комментарии ваши читаю, пишите комментарии. Благодарю вас всех за все, друзья. Сейчас немножко еще такое, может быть, состояние какое-то такое у вас. Слабость, может быть, или такое покачивание, или тяжелое еще состояние. Сейчас это все пройдет, потому что все мои ритуалы работают даже после окончания ритуала. Какое-то время энергия еще у вас работает. Жду вас на моем канале. Благодарю вас всех за все. До встречи, друзья!